Всем привет, ребята! Сегодня в сети появились данные о новом планшете, а именно Honor ViewPad 6. Он получил привлекательные технические характеристики и разумную стоимость, всего $310. Также будет поддержка Wi-Fi 6, но что меня огорчило, планшет не имеет встроенных служб Google. А теперь поподробнее. С вами канал Технаум, поехали! Сердцем планшета Honor ViewPad 6 выступает мощный, энергоэффективный 8-ядерный процессор Kirin 985, который имеет поддержку сетей 5-го поколения. Планшет будет доступен в 4 конфигурациях. Wi-Fi плюс 6 ГБ ОЗУ-64 своей стоимостью $310. Wi-Fi плюс 6 ГБ ОЗУ-128 своей $353. 5G 6 ГБ ОЗУ-128 своей $452. 5G 8 ГБ ОЗУ 256 своей $565 США. Экран ViewPad 6 имеет диагональ на 10,4 дюйма, а вот разрешение дисплея непростое и составляет 2К. Из коробки планшет идет с операционной системой Android 10 с оболочкой Magic UI 3.1. Задняя камера будет на 13 мегапиксель, фронтальная на 8. Стоит отметить 4 динамика и аккумуляторную батарею емкостью 7250 мАч. Производитель уверяет, что планшет Honor ViewPad 6 легко превзойдет знаменитого iPad Pro от компании Apple с точки зрения максимальной скорости загрузки. Это сильное заявление. Но, ребята, все-таки главной проблемой для Honor является невозможность использования сервисов Google из-за торговых ограничений со стороны США. Планшет отлично выглядит снаружи, а также оснащен высококачественными компонентами. Но все же, как компания будет противостоять таким грандам, как Samsung, Apple, непонятно, потому что все-таки сервисы Google много чего значит. ViewPad 6 в настоящее время доступен для предварительного заказа с 13 по 17 июня, после чего станет официально доступен для покупки. Ну что же, ребята, на мой взгляд, планшет получился бомбически крутой. Он действительно имеет очень хорошие технические характеристики, экран топовый, то есть все, на мой взгляд, в данном планшете топовый, и он выглядит как высококачественный продукт. Прошли те времена, когда Huawei, Honor, Xiaomi выпускали, можно сказать, бюджетные, очень дешевые смартфоны, которые выполнены из невысококачественных материалов. Сейчас, как мы видим, Honor, Huawei, Xiaomi выпускают просто бомбические гаджеты, которые конкурируют с А-брендами всеми, без исключения. Просто они даже, можно сказать, превосходят их по соотношению цена-качество. Google очень много значит в планшетах, в смартфонах и так далее. Сервисы действительно решают все. Но посмотрим, как получится. С вами был канал Технаум. Кому понравилось видео, ставим лайки, подписываемся на канал. Всем спасибо, всем пока!